Значит, элемент примыкания будем сейчас приклеивать. Видите, риска выполнена на расстоянии 15 миллиметров от края. Да, прям всю в линию. По всей стене до самого конца. Мы ее доклеим потом. А сейчас мы клеим с нижней гэшки. Начинаем приклейку. Вот видите. 40 сантиметров, может быть. 15 миллиметров отступили. Вот видите. Вот как раз она идет. Рисочка есть и пошла вниз. П-образной формы. Я думаю, понятно. Один раз сделал, потом уже больше не убирай. Держи крепко и все. Так, значит. Ребят, нужен типа металл, дайте, пожалуйста. Сейчас нам нужен типа металл понадобится. Для чего? Вот у нас пойдет. Элемент примыкания будем клеить вот сюда, вот, на эту часть. На этот откос. Значит, соответственно, мы сейчас делаем примыкание. Конечно, так еще потянут. Значит, делаем зарез. Ножницы плохие. Да? А. Плохо режут. Надо длиннее брать. Мы сейчас сделаем, но дальше нужно будет просто другие. Ну видишь, они ломают. Вот видите. Нужно хорошие ножницы, чтобы они не ломали, а резали именно. Ты тут с ними ничего не видишь. Лучше зарезка под 45 градусов. Дальше каким образом делать? Ты не отсюда меряешь, снизу замеряй. Снизу, нет? Снизу, до перекрестя. Снизу меряешь, до перекрестия. Какое расстояние? Точно. 1,40 м, 7,5 м. 7,4 м. Ну? 1,47 м. 1,47 м и 3 м. Делай, обрезай. 1,47 м и 3 м. Обрезай. Это отсюда надо, да? Да, отсюда. Ребят, ножницы надо нормальные купить, это не дело такие. Такой тонкий, такой толще, это грубый там. Нет других ножниц? 7,3 м, вот. Вот так. Все, обрезай. Так, и сеточку аккуратно. Так, этот откладываешь. Значит, вначале клеятся элементы примыкания, которые идут вертикальные, потом горизонтальные. Значит, суть какая?
давай поменяемся местами с этой стороны. Значит, смотри, в эту сторону тебе выдергивать неудобно будет. Может, камеру не будешь закрывать сейчас? Смотри. Вот, клеится элементик. Ты выставляешь на край, на перекрестие. И вот так прижимаешь. Дальше. Вот выставил. И вот по вот этой линии ведешь. И потихонечку ведешь, выдергиваешь, понятно, да? Давайте делайте вдвоем, вдвоем, вдвоем. Так, Денис, а мы пока... Сейчас я прям вот линию. Да. Ты какую линию ведешь? Вот. Вот по вот этой, да. И по ней веди аккуратненько. Что ты делаешь? Ты прижимаешь не эту, а вот эту. А ту пластик ты можешь оторвать. Ты лучше внизу ему держи, чтобы он не промахнулся. Вниз опустись и держи ему линию. Сетку отогни сетку, ты не видишь. Вот. Все. Я вот вижу линию. Видишь, да? Все. Да. И по ней ведешь. Вот. Прижимай, не торопись. Понятно, да? Да. Дальше. Вот перекрестие у нас. Полтора сантиметра. Поняли, ребят, да? Да. На углу сочка,